Добрый день, с вами Разлив ТВ. Сегодня последний день марта, и мы решили прокатиться по нашему СНТ и посмотреть, как же нас встречают наши дороги, наши жильцы. Ну вот, начинаем с наших окраин, 26-я дорожка. Сразу хочется показать правлению, что вот подрядчик неоднократно вскапывал дорогу. Вот такая картина ждет садовода. Так что, если кто-то собирается что-то везти на 26-ю дорожку, подумайте над этим. Едем дальше. Вот это были произведены работы по газу. И хочется вспомнить слова на собрании Анжелы Викторовны Белецкой, что мы будем выбирать такого подрядчика, который будет обязательно следить за состоянием. Вот, состояние есть. Следить никто не следит. Пока. Мы едем дальше. Заем на 25-й дорожке вот здесь. Удержались, сами купили и сделали. Это со слов жительницы данного участка. Садовод не удержался. Купил и щебень, и песок. И сделал. Молодец, садовод. Распутится. Сказать одним словом. Распутится. Так, а это 25, да, вот. Чувствуется, надо включать полный привод. Так что обладатели легковых автомобилей. Вот видите. Слегка подзатопленные участки. Вот они. Ну, сейчас начнет таять. Это сейчас первая оттепель. Начнет таять. Конечно, это все поплывет. Канавы стоят. Так, по адресу посмотреть, что это у нас. Вот 31-167 по участку. Ну, это вот... Снимите, вот видите, есть более-менее спокойные, хорошие участки дороги. Хотя хочется также спросить, чтобы вот дороги остались в таком же состоянии. Ну, субъективное мнение, что надо все-таки в апреле закрывать дороги на просушку от грузового транспорта, чтобы они вот были и летом садовода встретили вот таким состоянием. Едем дальше. Здесь мы были в гостях 2 недели назад. Это выезд на 20-ю дорожку. Вода сошла. Вода сошла, но канава как не работала, так и не работает. Это проблема выхода воды на 20-ю дорожку. Вот в том году мы здесь работали, то же самое помогали. Видите, из года в год одна и та же ситуация. Мы в том году-то трактора, помню, здесь помогали, а сейчас вот даже, по-моему... Добавляются новые адреса, да, новые адреса, в том году здесь такого не было. Ого-го. По-моему, в прошлом году такого не было. Не было, вот опять же, я не понимаю, что
что происходит в нашем королевстве, но есть старые адреса, а тут к старым добавляются еще и новые.